Доброе утро. Доказывать что-то тому, у кого вместо мозгов в голове опилки, нет смысла, им не докажешь. Это видит для нормальных людей. Доказать для... Самое главное доказательство в том, что плоского ничего нет, и мы живем в трех измерениях. Вот что самое главное. Вы это понимаете или нет? Даже любой самый малый микроб, не плоский, он имеет не только длину, но и ширину. Но и высоту или толщину, то есть плоской Земли не может просто быть, потому что все измеряется в квадратных, потому что плоскость измеряется в квадратных метрах, а их не существует. Почитатели плоской Земли, можете ли вы поставить свою ногу на плоскости? Не поставите, потому что квадратных метров нету. То есть плоского ничего нет, все в мире имеет три измерения. И вся эта затея с плоской землей для того, чтобы доказать, что существуют квадратные метры и гектары, и квадратные километры, и поэтому может быть собственность на землю. Не может быть, потому что нет квадратных метров, а нас дурачат банкиры и богачи, что есть и не может быть собственности на землю, потому что земля – единый шар. Нельзя оторвать кусок земли и поставить его в воздухе, поставить дом. То есть квадратных метров нету, нас дурачат. И плоского ничего нету. Вот, лист. Все видите лист? У него есть толщина. Вот она, у этого листа. Вот. Если толщины бы не было, листа бы не было. Так и земли. Плоской земли нет. Толщина должна быть. То есть плоского ничего нет. Плоскость это все обман. Ложь и обман. Вот сейчас покажу. Так. Вот для чего придумали плоскоземельцев, чтобы, взимая с вас бабло за частную собственность на землю, которая якобы в квадратных метрах, а ее не существует. Нельзя оторвать кусок земли. Земля это общий шар. И тогда они поняли, богачи, что прокололись. И они придумали эту плоскую землю. Заслали там 1000 видео, поставили уже на эту тему, заслали своих казачков, а многие повелись на это, нормальные люди повелись на это. Запомните, нет ничего плоского, не существует. Если не верите, принесите квадратный метр земли, принесите мне, или себе принесите, возьмите его в руки. Мы сидим в рабстве, вы не можете принести. И платим богачам налоги за плоскую землю, которой нет. Вот для чего и придумали вас сообщество плоской земли. Вот сейчас еще покажу. И науку придумали. Вот это вот науку. Вот это плоскость, общее уравнение плоскости, его исследование. Это все ложь, чтобы дурачить. А сейчас все плоскую землю придумали. Все в трех измерениях. Вот это все ложь. Чтобы дурачить вас, как лохов. Вот это вот поймите, пока вы это не поймете, нас будут дурачить. Поэтому я отрицаю не только плоскую землю, я отрицаю то, что плоскость вообще не существует. Квадратных метров нет, гектаров нет, кубических метров не существует. Вот с этого и начнем. Плоского нет, потому что мы все в трех измерениях. И поэтому... Разговоры про плоскую землю – это разговоры для дураков. На этом заканчиваю. Будьте здоровы. До свидания.